Здравствуйте, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт. Мы находимся на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской в Одессе, где сегодня, 1 февраля, начался капитальный ремонт. Оставайтесь с нами. С первого дня работы начался демонтаж старых рельсов на перекрестке. Демонтировали и отодвинули старую контактную сеть трамвая. И официально, если верить официальному сайту города Одессы, работы займут чуть более полутора месяцев, с 1 февраля по 20 марта. Но на самом деле, скорее всего, работы займут больше времени. Дело в том, что ранее начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Олег Бахметов обозначил сроки примерно в 3 месяца, а технология укладки бетона под основанием трамвайных путей на этом перекрестке займет около 28 дней, то есть целый месяц. Поэтому мы, скорее всего, ориентируемся на полтора месяца как минимум и около 2,5-3 месяцев, то есть до конца апреля как максимум. В связи с этим ремонтом трамваи по улице Пантелеймоновской не ходят. То есть не ходят трамваи в Аркадию, не ходят трамваи в район парка Шевченко и не ходят трамваи на Большой Фонтан по маршрутам 17 и 18. Потому что в последнем случае они просто не могут выехать из депо. На время этого ремонта разработаны альтернативные схемы движения, о которых я уже говорил в предыдущем ролике. Напомню еще раз. Маршрут трамвая номер 5 укорочен от автовокзала до железнодорожного вокзала до Старосельной площади. Маршрут номер 28 отменен вообще, и на участке от улицы Пастера по улице Старопетровской его заменяет трамвай номер 3. Трамваи номер 17 и номер 18 от Куликова поля до 13 станции Фонтана заменены одноименным маршрутом автобуса. Вместо трамвая номер 5 от Аркадии до железнодорожного вокзала через Французский бульвар ходит автобус. Также запущен троллейбусный маршрут заново номер 5, который ходит от Аркадии через проспект Шевченко, через железнодорожный вокзал, Большую и Малую Арнаутскую до улицы Печникова с конечной временной около сквера имени Гитлера. Также увеличено количество троллейбусов на маршруте номер 2, чтобы